Всем привет! Привет! Чао тутти! О, уже заговорил на русском. Дичи, привет! Привет! Чао! Мы в лесу гуляем сегодня полдня. Abbiamo fatto un bel giro. Sì. Perché hai messo questo cappello? Perché? Così, guarda. Ciao, ciao, dai, insomma, nel culo. Sì. Ciao, ciao. Antonio говорит, давай слезем, потому что камень очень жесткий и холодный. Идемте с нами гулять по лесу. Киче. Дай, шенди, дай. Шенди. Шенди значит сходи. А чтобы погулять в лесу, нам надо еще до него доехать. Дорога недолгая, 30-40 минут, и мы уже на месте. А вот вдалеке Сакра ди Сан Микеле, или святое место Михаила Архангела. Согласно легенде, бывшему архиепископу явился сам Архангел Михаил и приказал ему построить святилище вот на этом самом месте. Прямо на вершине горы Пиркириано, которая находится 960 метров над уровнем моря. Строительство этого святилища началось на рубежах 9-10 веков и закончилось только в 13 веке. И сегодня это символ региона Пьемонте. И у меня на канале есть видео про этот древний монастырь, который был построен в честь Архангела Михаила. Несколько дней у нас шли дожди, и было холодно, но для природы это только плюс. Все такое стало зеленое, яркое, чистое и красиво смотрится в окружении белоснежных гор. А мы проезжаем маленькие селения, ехать по которым одно удовольствие. Типичные итальянские домики, ухоженные зелеными двориками, встречаются и совсем старые дома, но они нисколько не портят природный интерьер. Отправляемся на прогулку в местность, которая называется Валджоя. Вот как написано на знаке. И находится это место чуть больше 1 километра над уровнем моря. И дорога состоит вот из таких крутых спусков и подъемов. Мы сделали остановку, чтобы показать, откуда мы приехали. Вдалеке видно озеро. Вот где-то за этим озером и находится наш дом. Птицы тоже рады такому солнечному весеннему дню. Мы приехали. Это площадка для пикника, оборудованная столами и скамейками. Здесь есть вода и общественный туалет. А вот невдалеке это огромный ресторан с большой летней площадкой. И вот такая площадка, на которой местные жители играют в металлические мячи. И даже по этому поводу устраивают соревнования. А вот это дерево местные умельцы украсили вот такими фигурками. Дерево было сухое, и его хотели спилить. Мы здесь же припарковали машину и направляемся в лес. Судя по черепице, это очень старая церковь, потому что такую черепицу делали 500-600 лет тому назад. И здесь в горах всегда холодно. У нас, если одуванчики уже отцвели, то тут они еще в полном цвету. В летнее время здесь всегда много отдыхающих, а все потому, что здесь летом очень холодные вечера. И вот когда мы приезжаем сюда, обязательно берем с собой теплые вещи. Вот кто-то не поленился, покрасил камень вот в такой голубой цвет. И стоит он здесь уже несколько лет. А мы идем дальше.
а кто-то уже готовится к зиме. Припас – дрова. Причем дрова прямо отменные. А это маленькая частная гостиница. И еще до коронавируса здесь часто отдыхали пенсионеры прямо группами. И внутри она очень красивая. Там огромный камин, потому что вечера здесь, как я уже говорила, очень холодные. Но сейчас все пустое. Вообще вот мы идем по дороге, и почти никого нет. То ли коронавирус, то ли холодно, то ли еще времени наступило. Ну, в общем, тишина. И только птички поют, щебечут. Чао, Антонио! Чао, чао! Давно не виделись. А еще это грибные места. Здесь всегда много грибников, но сейчас еще не сезон. Чао, Зоя! Вени! 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 Лес здесь периодически вырубают. Вот когда-то здесь прямо стояла стена деревьев, и весь этот участок был очень темный. А сейчас деревья срубили, и стало очень хорошо, и больше солнца. До коронавируса это было наше самое любимое место. Мы приходили сюда гулять и с родственниками, и с друзьями. А сейчас вот такая тишина, никого нет. И приезжали мы сюда в неделю по 3-4 раза. А знаете ли вы, что биоклиматические условия Италии являются уникальными в мире, что позволяет полуострову быть первой нацией в мире по биоразнообразию? В Италии выращивается 7000 различных овощей, затем идет Бразилия только с 3000. В Италии 58000 видов животных, за которыми следует Китай – только с 20000. В Италии выращивают 1800 сортов винограда. За ней идет Франция, где только 200 сортов винограда выращивают. В Италии 997 сортов яблок. По всему миру их только 1227. В Италии выращивают 140 видов пшеницы, за которой следует Америка, только 6 видами. Италия принадлежит 70% художественного и человеческого наследия. Остальные 30% разбросаны по всей планете. Это наш конечный пункт. Здесь мы еще немножечко побродим между деревьями, посидим на камнях и потом отправимся домой.
Не знаю, правда это или нет, но говорят, что вот эти огромные валуны остались здесь еще после ледникового периода. И вот если смотреть на них, то кажется, что какой-то огромный великан разбросал их здесь по земле. Эти камни и валуны отличаются по форме. Есть прямо вот совсем плоские камни. Ciao ciao, lascialo così e poi... Dai, scendi, che ti prendo sempre anche quando scendi. Stai tranquillo. Ti prendo anche quando scendi. На пути нам попались вот такие старинные домики, покрытые старой черепицей. Есть покрытые шифером. Но вот людей мы здесь никого не видели. Прямо тишина, ни души. Вот висят какие-то полотенчики, но людей вокруг нет. Ни кошек, ни собак. Тишина. Это, наверное, дачникам на заметку, для чего подвешивают вот такие бутылки, разрезанные наполовину, я, правда, не знаю. Но, наверное, для того, чтобы отпугивать птиц. Прогулка наша закончилась. И мы в надежде на то, что сможем пообедать в ресторане, спустились сюда. Но ресторан оказался закрытым. И когда его открою, неизвестно. А все виноват коронавирус. Поэтому мы поедем домой обедать. Мы с вами прощаемся. Желаем вам всем всего самого-самого доброго. Ставьте лайк, не забывайте. И будьте здоровы! А мы поехали домой.